Где нашли останки гигантского динозавра, который был тяжелее Боинга, и у кого самый лучший наряд для 30-градусной жары? Об этом и не только в нашем обзоре. В небе на западе Англии появилась розовая радуга. Редкое атмосферное явление могли наблюдать жители Бристоля, Тонтона и Йейта. Специального названия для феномена еще не придумали. Предполагают, что явление возникает, когда обычная радуга появляется в лучах клонящегося к закату солнца. Это и придает ей уникальный розовый оттенок. В египетском Даманхуре появился ресторан, оформленный в стиле операционной. Повара в заведении одеты в форму хирургов. Между залом и кухней стеклянная стена, чтобы посетители могли наблюдать за всем, что там происходит. Официанты также носят медицинскую одежду. Несмотря на то, что атмосфера на первый взгляд не очень способствует аппетиту, ресторан пользуется популярностью среди местных. Карнавальный костюм Рианы всколыхнул социальные сети. 29-летняя певица выложила в Инстаграм фотографии после посещения фестиваля на своей родине Барбадосе. Фестиваль посвящен окончанию сбора урожая тростника. Риана предстала на снимках в довольно откровенном костюме, инкрустированном драгоценностями и украшенным зелеными и розовыми перьями. Многие пользователи посчитали наряд слишком откровенным. Вот только на Барбадосе сейчас 30-градусная жара, так что певица, можно сказать, оделась по погоде. Английский футбольный клуб Биллеркайт Таун распустил свою группу поддержки, так как девушки из-за сексуальности отвлекали футболистов от игры. Об этом в Твиттер рассказал владелец команды Глен Тамплин. По его словам, некоторые чирлидерши частенько гостили в номерах игроков, и это также мешало футболистам как следует проявить себя в матче. Принесет ли такое решение пользу команде, неизвестно. Популярный сериал «Игра престолов» побил свой собственный рекорд по просмотрам. Четвертый эпизод сезона фэнтезийной саги посмотрели 10 200 000 человек, что на 100 тысяч больше предыдущего рекорда во время просмотра первой серии сезона. Данные собраны только по аудитории телеканала HBO, в эфире которого транслируется сериал. На юге Аргентины нашли останки гигантского динозавра, самого большого из известных видов. Рептилия получила название Патаготитан майорум. Ее длина составляла 35 метров, рост более 6 метров, вес более 60 тонн. Для сравнения, такой гигант был тяжелее Боинга 737. Исследователи допускают, что найденные останки принадлежат молодому животному. Взрослый динозавр мог быть еще крупнее.